Тамара Колодникова заинтересовалась домофонами после того, как это устройство установили в соседнем подъезде. Женщина мечтает установить в своем подъезде домофон, давно уже ставший символом чистоты и порядка. Пенсионерка надеется воплотить эту мечту в реальность вместе с компанией «Строй Мастер Домофоны Шымкент» и даже заключила с компанией договор. «Строй Мастер Домофон Шымкент». Мы очень довольны этим. Вот нам скоро, где-то буквально в этих днях, должны поставить заключен договор, должны поставить дверь и все. Остальную обслугу они должны сделать нам. Мы очень довольны ими. Мне очень нравятся консультанты. Хорошо объясняют, доходчиво. На протяжении длительного времени большое число горожан убедились в простоте и легкости управления домофонами. Оборудование сейчас можно установить по акции. Компания «Строймастер домофоны Шымкент» вновь объявила о проведении акции «Ключ в подарок». Все, кто установит домофоны в период проведения акции, получат не только серьезные скидки, но и по одному дополнительному ключу. Акция продлится до конца октября. Также компания «Строймастер домофоны Шымкент» предлагает установить домофон не только на новую дверь, но и мы можем доработать старую, уже существующую дверь подъезда, что существенно удешевит установку домофонного оборудования. К слову, компания «Строймастер домофоны Шымкент» переехала на новый адрес. Сейчас офис компании расположен по адресу остановка Инг-Шахар, угол Тимирлановского шоссе и улицы Мангельдина, дом номер 30 с торца. Заявки на установку домофонов принимаются по телефонам 21 46 27 и 21 24 26. И помните, домофон – гарантия порядка, чистоты и спокойствия в вашем доме.